Так, и... Дружище, я тут. Подходи. Что? Монти? Он настоящий. Да блин, да я не хочу с луной это встречаться. Дряная, дряная девчонка тебе. Пора спать! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в FNAF Ruin. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Уведомления быстро будут приходить. И главное, на Ютубе, к сожалению, только 3 уведомления в день, поэтому... Сегодня мы дойдем до финала. Если что, мы этот диалог уже в предыдущей серии слышали, поэтому, если ты слышишь меня, отключи все средства. Мне кажется, это не настоящий Грегори, серьезно. Потому что как-то тут вот пахнет вот... Попахивает ложью, вот серьезно. Заманивают нас в ловушку, ребята. В общем, слушай. Мне очень нравится Руин. Я не знаю, как тебе, но, блин, тут и маска у нас есть. Вот такая вот, блин, которая позволяет туда-сюда нам ходить. Так, смотри, тут какая-то вот фигня. То есть мы не сможем сейчас пройти или что? Ну-ка давай поглядим, что нам сейчас скажут. Эта дверь с ночным электроприводом. Что-то должно ее питать. Эта дверь находится в режиме аварийной блокировки. Проверь наличие активных узлов. Отключи эти гадкие узлы, и дверь должна открыться. Блин, прикольно. Так, ну я так понимаю, нам туда. Вот это не зря вот тут вот провод такой вот тут идет. Жжик. Вот-вот, видишь. Ладненько. Спокойненько мы с тобой проходим. Скримеров очень много. Новые механики тоже очень крутые. Честно скажу, это просто имба. Вот правда. Игрушка мне очень нравится. Так, давай смотреть, давай глядеть. Вова. Так, что это такое? Маска. У нас, смотри, какая-то маска. Также у нас секретик. Обязательно все собираем. Пока что вообще ничего мы с тобой не пропустили. Так, а это что такое? Погоди. И там еще, что ли? Маска должна быть или что? Так. Это узел безопасности. Сначала найди дочерние узлы и отключи их. Это... Бочонок? Бочонок класса, надеюсь, ребята. Мой любимый. Так, ну и давай поглядим. Воу, ар-сеть безопасности. Соедини совпадающие голограммы, следи за тем, чтобы линии не пересекались. Так, ну я так понимаю, это вот так вот все делается. Узел безопасности сломан. Слушай, мини-игры, мини-игры, это прикольно. Так, ну я так понимаю, там еще одна, что ли? Маска. Потому что видишь, там вот такая вот штучка. Давай глядеть, давай смотреть. Сейчас увидим все. Так, секретики, 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 ребята, все дела. Ну, в принципе, пока можно в маске походить, чтобы точно не упустить. Слышишь? Я хотел сказать, слушаешь? Слышишь? Грегори, ты дружишь? Блин, так-то это крипово. Так, так. О, тут что-то уже интересненькое, ребята. Еще одна маска. Так, тревога в сети. В ванне обнаружена аномальная сущность. Попроси эту сущность срочно покинуть область. Это как? Это, если это не сработает, выйди из режима и обратись на нашу круглосуточную линию поддержки. Что это значит? Какая сущность? В виде гномика или что? Так, дочерний узел. Ой, блин, сейчас начнется, ребят. Так, во-первых... Что это? Не несет ответственность за возможные арт-травмы и воздействие... Да, понимаю, понимаю. Так, ну давай сначала отключать. Куда пойдем сначала? Давай, наверное, сюда. Бочонок. Это, конечно, удивительно, ребят. Это прям удивительно. Так, и... Твою ж дивизию! Так, я снимаю маску. Она пропадает. Офигеть, это страшно, это страшно, реально. Так, техническим специалистом, да-да-да-да-да.
Дружище, я тут. Подходи. Что? Монти? Он настоящий. Не-не-не, братан, не надо! Блин, братишка, ты шу. Жесть, слушай, это... Вот теперь это реально страшно, ребята. Вот это теперь действительно страшно, боже мой. Блин, ну какого фига? Ну один враг. Ну ладно, один враг, да? Это же, можно сказать, туториал. Ну, что вы делаете? Ну тут еще и Монти. Да... Прикалываетесь, что ли? И где он? Не, ну это вообще нечестно. Я боюсь маску одевать, ребят. А что вот это за штука, интересно? Так, вроде никого. Вроде никого, пацаны. Давайте. Короче, в этой маске долго находиться прям нельзя. Так, узел безопасности взломан. Да ну! Чё, тут? Тут где-то? Снимаем. Снимаем и сразу уходим, ребята, потому что да ну нафиг, да ну нафиг. Слушай, обкекаться можно нормально, если ночью, ребята. Обкекаться можно вообще зашибись как. Хорошо так обкекаться можно. Меня больше всего напрягает, что он... Ну, короче, просто отходим куда-то, и он пропадает. Монти чуть нас не сожрал. Самокат или что? Не было ли клюшка какая-то? Что еще? Пока еще не понял. Ребята, там еще какой-то узел, прикинь. Желаю прифазного дня! Спасибо, Хелпи, спасибо тебе огромное. Какой ты хороший. Какой ты замечательный. Блин, эти звуки ужасны. Ну, а что ему не нравится-то? Что, баги опять пошли? Ну? Дочерний узел. Дочерний, это значит вот этот, что ли? Это все ради того, чтобы мы вот это вот... Блин, ты серьезно? Может это? Сейчас разберемся, разберемся, ребята. Ну, в любом случае... Ребят, мы это быстренько сделаем. Что, вот машинка, что... Не, реально, вроде она же доступна. Там третья была, боже мой. Так. Оу. Все. Все, ребята. Монти! Я разобрался. Сигнал ввел к Монти. Если увидишь его снова, держи дистанцию. Ну, мы в принципе уже поняли. Ты сможешь пройти... Там второй Грегори. Там второй Грегори уже заговорил, ребята. Типа, посмотри на камеру. Дверь открылась. А другой нам просто... Говорим, да. Так, ну ладно, это было прикольно. Это было действительно прикольно. Так, что у нас? Вот.
Да, если пройти не можем, то одеваем маску. Короче, как-то так. Как-то так все это работает, ребята. Ну, блин. Постарались они над дополнением. А главное, самый приятный бонус, что оно бесплатное. Бля, Монти, смотри, где. Так, дружище, я к тебе подходить не буду. Что за глаза, блин? И что вот это за роботы? Ну, как бы, ну, он просто, типа, мокрый пол. Да ну нафиг, братан. Чё ты вот... Я не знаю. Чё по фонарику? Бай-бай, дружище. Так, графончик, короче, я поднастроил, ребят. Но... все равно маленькие призы есть, но уже не такие. То есть, как бы с оптимизацией может именно дополнение что-то пока... Ля, ок. Должно быть страшно? Блин, ну Монти, я не ожидал, что он так скоро на нас просто нападет и все. Он просто возьмет, зараза, и нападет. Так, отлично. Не, ну прикольная штука. Прикольная штука, но... это... так, давай глядеть, что у нас тут. Бедный разрисованный мишка Фредди. Так, дочерний узел. Что это? Яблоко? Писька, пицца. Ну, конечно, блин. Так, что теперь? Так, хорошо. Отключаю, отключаю, ребята. Не, ну против... так, Монти, я понял тебя. Дружище. Ух, марионеточка. Привет. Че, Монти? До сих пор там пытаешься. Слава богу, пытается, ребят, он пытается. Да, честно скажу, ребят, конечно, это жесть. Так, глич-трапа вроде не вижу. Быстро, 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 быстро. Снимаю. Мне кажется, знаешь, что надо снимать маску быстро. То есть одевать, снимать, одевать, снимать. Вот и все, и тут ходить. Нафиг я в ней всегда-то хожу, блин. Так, использовать. Два из двух. Так, ага, понимаю. Есть. Есть. Но видишь, в чем проблема? Единственное... секретики. Секретики. То есть мы... пройти. О, нет. Я чувствую уже, ребята, подозреваю. Сейчас что-нибудь будет. Сейчас что-нибудь прикольное будет. Сегодня, ребят... нет, здесь тупик. Бро. Сразу говорю, мы сегодня пройдем. Не отчаивайся, выход всегда есть. Иногда нужно взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Проверить станцию камеры наблюдения. Сейчас попробуем. Так. Обнаружено на... что, блин? Нифига. Не может быть. Я прошла через большой экран. В звездном детсаду это не может... какой? Нет, только не детсад. Нет, дружище. Только не этот. Там же будет Саня. Я в детстве... как отсюда выбраться? Беспокоиться не о чем, все выглядит совершенно... доберись на подвесной маске, как ты сможешь добраться. Так, ладно, ладно, сейчас разберемся. Не ссы, быстренько мы все разберемся. Он оглядеться.
Так, и гличтрапу не попадаться, ребят, потому что, сами понимаете, это будет жесть. Дед сумасшедший. Ля, по пузу бьет. Ля, бьемотик. Шалотик. Не-не-не, только не эта фигня, блин. Да ну нафиг. Ну, блин, чуваки. Я вот их не хотел. О, нет, о, нет, о, нет. Так, что, сохранение? Что? Луна! Жуткий смех. Да блин, да я не хочу с луной это встречаться. Дряная, дряная девчонка тебе. Пора спать! Свет, нет! Ну все, нам хана, чуваки. Поздравляю, блин. Вот этого я больше всего боялся. Не, подожди, там же был именно персонаж, что такой, как бы... Ой. Ё-моё, бичка Фредди, как тебя изуродовали. Родной. Так, короче, давай глядеть, смотреть, чё да как. Не знаю, хоть... Так. Что теперь? Родной не будет меня трогать? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так чё по звукам? Новый друг, я застрял во сне! Перезагрузка, перезагрузка, мы должны стать единым целым! Хочешь, чтобы я тебя перезапустила этой штукой? Дряная, дряная девчонка! Включи свет, запусти генераторы! Ну ладно, 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 братиш. Похоже, что воспитатель детского сада неисправен. Яркий свет дезориентирует его. Так, понимаю, понимаю. Воспитатель детского сада. Включи генераторы, возможно, у тебя появится шанс перезагрузить его систему. Когда все генераторы запущены, на лице, короче, там, использую его. Что у нас тут? Отлично. Есть. Найс. Что такое? А почему я не могу снять маску, прикинь? Спать пора, спать пора. Братан. Прикинь, я не могу снять. Чтоб немножко перегрузить, перезагрузить эту всю систему. Не могу, прикинь, и все. Ля, какой красавчик, а. Засохли глина, пластилин, размазан клей по стенкам. Ну тут точно! Ну чё он не снимает? О, слава богу, все, передышка, ребята, передышечка, генератор. Так, глядим. Что, больно, родной? Это не сработает, иди спать! Звуки борьбы. Так, давай дальше идти. Хелпи нам показывает, куда нужно. Сейчас быстро найдем. Так. Снимаем, вдыхаем. В принципе, все легко. Не, ну, если честно, по сравнению... Боже, это было страшно немножко. Бочка там... По сравнению, ребята, все-таки как-то хочу сказать с первой части, ну ты понял, с оригинальной. Нет. Дополнение. Ну, не так страшно. Не так страшно. Да, нас скримерами очень сильно пугают.
скримеры здесь вообще годные. Но вот именно что солнце. Я думал, сейчас он за нами будет ходить, а он просто стоит, но это... Какое? Ну погоди, еще не вечер, бро. Сейчас еще за нами будет гнаться. Дрянная девчонка, прекрати! Че, еще? Еще генератор? Я родной, ну погнали. Погнали, поглядим. Мишка Фредди. Так. Сделал. Так. Сейчас разберемся. Ады. Там говорят, вот сюда, вот иди. Да, вот. Так, пройти. Бля, ну тут запутаться, конечно. Офигеть, вот в детстве где вот такое у меня было, а? Офигеть, туда-сюда ходи. Охренеть просто. Вообще имба. Какой бы мне. Бля, что? Мишка Фредди, застрял. Бля, ну. Пойди как быстро отсюда вынести. No light? Наоборот же нам надо. Так, ну что, дружище? Перезагрузка. Так, пожалуйста, надеюсь, все нормально сработает. Сейчас, прикинь, луна выиграет. С днем рождения! Внимание, ребенок в опасности. Активирован безопасный режим. Девочка, тебе нельзя тут находиться. Я прикинь, наоборот хуже будет. Здесь будет полно детишек. С нетерпением ждем тебя снова и прифазного тебе дня. Слава богу. Ладно, нормально, нас не закрыли, да. Так. Спасибо. Так, в принципе, все отлично. Да ёпара с этой, пацаны, только не это. Только давайте без этой фигни, окей? Окей. Блин, челы, как я вас ненавижу. Вот реально, то что они будут... Оглядываться все дела. Ну, они плевать, что это будут делать, понятное дело. Бля, родные, здорово. Ой-ой-ой-ой, и слишком много. Понимаю. Так, что там по системам безопасности? А что по системам безопасности? Обратно топай давай, дядя. Естественно. Че? Да, куда-то? Блин, в самое начало. Ну вы вообще капец. Глич трап. Рубаем. Чтоб не провоцировать. Так, и еще. О боже мой. О боже мой. Понял. Я понял вас. Короче, тут прикольно. И головоломки тебе. Ты думаешь, успеем, да? Да уж. Так, давай поглядим, что там у нас. Там у нас секреточка. Мы это все собираем, ребят. Так, все отлично. Здесь мы закончили. Быстро. Магазинчик. Найс. Дружище, ты ж не будешь нападать. Блин, ну меня они бесят. Меня они бесят, ребят. Вот скажите. Вас они тоже бесят? Все, не в любой момент. Да ну нафиг, пацаны, и чё у вас? Много так будет? Интересно, если мы оденем маску, что произойдет что-нибудь или нет? Блин, не включили.
Да в смысле? Коромысли. А в маске они меня не видят. Вот в чем прикол. Я так понимаю. Ну, это в принципе прикольно. Это в принципе прикольно. То есть в маске они как бы меня не видят. Может, можно их отключать. Я точно не знаю, ребята. Здравствуйте. До свидания. Так, ну механика очень прикольная. Мультики. Ребята, пойдет, пойдет. Мышка Фреда, ты... Блин, я уже забыл, как его зовут. А так нету сигнала. Так, ну давай глядеть, что дальше у нас. На ней моя маска. Ваня. Так. Что у нас тут? Давай посмотрим. Опять наши дорогие любимчики тут. Наверное, сюда надо бы пойти. Так, все нормально? Живет. Так, ну идем, идем, пацаны, идем дальше. Так, отлично. Это выход. А выход нам? Ага, фиг, там закрыто. Ну это отсюда мы пришли. То есть мы чисто круг, что ли, сделали и все? Ну что там интересного нет такого? Ну вот кабели какие-то. В принципе, я вижу. Ну теперь. Здорово, дядя. Короче, нам сейчас что-нибудь надо включить, и тогда они активируются. Вот как-то так это все тут будет работать, ребят. Естественно. Так, давай поглядеть, что у нас тут. А прикинь, так снять маску в текстуре и застрять в ней. Бля. Сломать игру. Так, ну что у нас тут? Все хорошо. Пяточки. Что тут? Нормально. Так, здорово. Да, Фредди. Оу. Все по-другому. Все цело. Так, а что теперь? Фигня. Офигеть, смотри, все целое. Понятно. Секреточка, секреточка, ребята. Ну-ка, погоди. Ну что же, друзья, ладно, мы здесь заканчиваем. Ну ты не переживай, где-то через часик выйдет новая серия. Обязательно подписывайся, ставь лайкосик, залетай в Телеграм, там уведомления намного быстрее. И, кстати, если что, следующая серия, навряд ли уведомления на Ютубе ты увидишь, потому что всего 3 уведомления в день от Ютуба, поэтому залетай в Телеграм, чтобы не пропустить. На этом все, бай-бай, дорогой братец.